Девчонки, сумасшедшая мамаша забрала ребенка из садика и решила зайти в канцелярский магазин. Но это только я так могу покупать тетрадки. Да. Ну и вообще зашла, мне нужна была одна тетрадочка для меня. Я вот такую вот купила с лисятами. 36 листиков в клеточку. Ну, мне нужно было по делам моим, скажем так. Ну и тут я увидела, посмотрите, какие крафтовые. Какие котеночки. Ну, я не смогла пройти мимо, просто не смогла. Я понимаю, что уже они как бы не понадобятся. Все взяла в клеточку. Не знаю, почему у меня рука всегда тянется к клеточке. Вот с такими маками. Тут по 18 листов. Ну, взяла две девчонки. Две таких, естественно. И взяла 24 листа в клеточку. Вот с такими домиками. Мне кажется, прикольненько. Прикольненько. Люблю всякие такие штучки. Знаю, что у нас всегда проблема со стиралками. Поэтому взяла тоже две, потому что две девчонки. Ну, мальчишки еще пока что рановато. Вот, ну, посоветовали, сказали, такие хорошие. Хотя у нас Димас загрызает, и Маша такая может поподгрызть, когда ее, наверное, плохо кормят. Вот, поэтому две такие стиралки. Вечная проблема у нас в доме — это стружилка, поэтому взяла, ну, самую обычную Экономикс. Вот. Ну и тоже ручек взяла вообще себе одну. Но потом подумала, знаете, пусть лучше в доме они будут, чем их не будет. Вот, я не знаю, такие какие-то обычные, хотя первый раз такие покупаю. Вот, пару ручек, ну не пару, ну ладно. Вот, ну и чтобы не обижать самого младшенького, конечно же, думаю, говорю, дайте что-нибудь. Ну, тесто для лепки как-то рановато ему, пластилин такое, что-то не хотелось, хотелось что-то интересное. И взяла вот такую вот доску, магнитная доска. То есть тут и рисовать можно, и на магнитиках здесь. Сейчас откроем, посмотрим. Да? Где оно открывается? Ну, прям запакованное. Да нет. Вот. Нашла. Это, конечно, для деток с 3 лет, скорее всего. Но тут плюс маркер. Пиши и вытирай. То есть магнитная доска. Вот такие зверушки. И вот такая доска получается. Можно повесить куда-то. И вот такие зверушечки. Я взяла вот с каким-то гномик Вася, наверное, из мультика, да? Котик вот такой. Дима у нас любит котиков. Дима пока там в спальне у девчонок. Можно тихонечко распаковать и показать. Ну и вот такой вот маркер. Не знаю, что он тут и как рисует, и как надолго это все будет. Ну, обычная. Вот, и сейчас попробуем постирать. О, как раз. Дима у нас любит рисовать по обоям, и не только. Я думаю, ему как раз очень хорошо это подойдет. И увидела вот такую вот, не знаю, там магнитная одевашка. Магнитная одевашка, слушайте. Я так подумала, мальчик, он точно разберется, что уже штаны нужно одевать, там футболки, кепку, допустим, да, и оно как-то тут на магнитах. Сейчас хочу открыть, посмотреть. Я, конечно, сразу давать все игрушки не буду, потому что, ну, так, мне очень интересно. Ну, с вами посмотрим, потому что мне самой тоже очень интересно. Это у нас выдавливать, наверное, нужно. Да, это нужно выдавливать. Вот наш сам мальчик. И к нему, я так понимаю, можно одежки крепить. Ой, слушайте, точно крепится. Вот у нас мальчик. Я чувствую, правда, одежка у нас будет валяться, наверное, по всей квартире. Но ничего. Вот. И вот поле для мальчика. Слушайте, прикольно. Мне нравится. Надеюсь, что он зайдет. Но пока не буду доставать этого мальчика, ему показывать. Это мы так с вами подсмотрели немножечко. Вот. И сейчас сразу хочу открыть книжечки из Макдональдса, потому что мы их так и не открывали. Ну, как бы, радость должна быть дозированной, как вы понимаете. Поэтому сейчас вместе откроем и посмотрим. Так, ну у нас две книжечки из Макдональдса. Не переведу, наверное, ничего пока что. Я не знаю, что здесь. Вот, откроем первую. Надеюсь, я там не попаду по книжечке. Довольно-таки плотная бумага. Крихи дни детективы. Малюсенькие детективы, да. Чи вміють дерева говорити? Умеют ли деревья говорить? Бумага, конечно, очень-очень приятная.
В этой книжке, я сразу буду на русском, в этой книжке спрятаны 5 божьих коровок. Да, сможешь ли ты их все найти? Вот, то есть, ну, это на внимательность. Вот Маруся будет искать. Оли, мама, тата. Одним словом, ищем божьи коровки. И не только. Вот такие вот. Ну, прикольно. Прикольно, слушайте. Твердый переплет. Это приятно всегда держать в руках. Приятно такие книжечки. Поэтому вот такая вот зелененькая. И открываем вот такую с рыбкой. То есть здесь у нас жираф. А здесь у нас, видимо, что-то подводное. О, синенькая. Да, тоже маленькие детективы. Светятся ли рыбы в темноте? То есть как-то вот так, если... Ну, дословно не получается. А суть вот такая. А тут нам нужно 5 рыбок найти, вот таких красненьких. Вот тут есть советы для взрослых, как читать вместе с детьми. Это очень-очень круто, слушайте. Вот. И написано, что это книжка от компании McDonald's. И она принадлежит, сюда можно вписать, кому она принадлежит. Слушайте, прикольно. Такая какая-то собственные, да, моменты. Очень интересно. Снова-таки мама, Оля, жучок, папа. И дальше... Нужно действовать по инструкции. Вот такая вот красочная довольно-таки. Ну, тут у нас подводный мир. Так что, если вам в Маке, в Хэппи Милах попадется вот такой вариант подарочка, игрушечки, да, то, мне кажется, это достойный вариант деток привлекать к чтению, книгам, вообще завлекать каким-то детективным историям. Мне кажется, это очень-очень увлекательно. Так что вот, класс. Я довольна, мне очень нравится. Да, Маруся? Где Маруся? Где Маруся? Маруся уже принялась рисовать. Тебе нравится, Марусь? Угу. Что? Угу. Ты читать будешь? Да, Дима. Да? Дима будет читать, да. Потом Дима будет читать маме. Одним словом, тут у нас... А, вот смотрите. Здесь у нас рыбки, а здесь у нас мальчик и вот деревья. Что-то там связано с природой, значит. Одним словом, вот такие вот у нас сегодня распаковочки. Классные развивашечки для деток. Мама! А Дима как раз сейчас точит пряник, да, с зайкой. Марусь, подержи. Смотри, что мы тебе купили. Смотри. Ай, кисюнечка, да? Смотри, а тут можно рисовать. Смотри. Ай! Мама упустила. Давай, 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 давай. Да не той стороной. А теперь вот так еще можно вытирать. Смотри. Это была сердечко. Так, главное не зайти за поля. Не рисовать сверх нормы положенные. Да! Да! Это одевается вот так, смотри. Оп. И нужно вытирать. Да. Молодец. Угу. Классно, да. Молодчинка. Интересно? Молодец, как у тебя хорошо получается. Все, ребенок занят, ребенок в пределе. А тут у нас котик. Не, котика рисовать нежелательно. Котик не оценит это. Как это, собачка? А это гномик Вася, это... Мама. Да, мама. Так, теперь, девчонки, надо смотреть, чтобы Дима не порисовал этим волшебным фломастером все на свете. Кстати, я думаю, он будет этот фломастер хорошо рисовать даже по столу и вытираться хорошо будет. Я вот почему-то уверена, я лучше не проверю, что наш стол вытерпит и это. Мама!
Рисуй, рисуй, бери. Да, бери, рисуй. Здесь, а, и здесь рисует, и на этой стороне рисует. Так, оп. Пчелка, да? Ой-ой! И стол порисовали. Вытирай стол. Вытирай. По идее, стол тоже должен хорошо вытираться, потому что он у нас... Ну, шикарный, я считаю, вообще. Девчонки там спрашивали по поводу отзыва об вот этом комплекте для детей. Я хочу сказать, что это очень достойный вариант. Он довольно-таки бюджетный, но он действительно выдерживает очень многое. И стирать, и вытирать, и рисовать. Поэтому кто присматривает для своего ребенка вот такой вот комплект с двумя стульчиками, с двумя, вообще, это вообще шикарно. То есть можно рядом присесть с ребенком, на уровень ребенка, и вместе с ним вот заниматься развивашками. Соня тут заинтересовалась. Столик очень хорошее дерево, гладкое, ничего нигде не цепляется, обработано хорошо, хотя оно не вскрыто ничем. Ну, пропитано, я думаю, чем-то. Вот, поверхность тоже очень хорошо моется, выдерживает... Разные краски, фломастеры и карандаши. Мы очень довольны. Вообще суперовый комплект. Прям берите, не пожалеете. Конечно, можно варианты подороже выбрать. Но вот когда мы выбирали, не было в наличии. Вот поэтому, ну, мы ни капельки не жалеем. Я жалею только о том, что своим первым деткам я не покупала вот такого набора. Вот только об этом. А так это очень классный вариант. Да, Димасик? Нет, нет. И очень удобно. Я сомневалась, что будет ли хватать ему вот этого промежутка, чтобы сидеть, чтобы ему, ну, не давило, там было удобно. Но все очень здорово и хорошо. Девчонки, также добавлю, что этот комплект довольно-таки легкий, и ребенок может с легкостью передвигать даже столик. Но при этом очень надежный, потому что я на вот этом маленьком стульчике очень удобно размещаюсь, и мы занимаемся вместе с ребенком. Мы не нарадуемся этому комплекту. За 3,5 месяца использования, я думаю, вы видите, что он выглядит как новый. Все легко отмывается, фломастеры, краски. Я думаю, такой комплект подойдет ребенку где-то до 4-5 лет. Легкий, без острых углов, надежный. Так что, если вы ищете что-то подходящее для своего ребенка, мы от души рекомендуем. Очень бюджетно, но при этом надежно. Обязательно присмотритесь. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Мы своему приобретению не нарадуемся и вам рекомендуем от души.